Отсутствие воды, электричества и дорог. Аким области Ерик Султанов побывал в дачных кооперативах, где ознакомился с проблемами петропавловских садоводов. Подробности в материале, подготовленном журналистами телеканала «Казахстан Петропавл». Садоводческие товарищества «Эврика» и «Гудок». К их дачам, как говорится, не пройти, не проехать. По словам садоводов, виной всему большегрузные машины, которые испортили подъездные пути. Аким города и председатель городского общества садоводов сегодня рассказали главе региона о сложившейся ситуации и о том, какие работы ведутся на сегодня. Сейчас силами комхоза и СУ-808 ведет подсыпку щебнем, а комхоз профилирует дорогу. Какие планы на весну сейчас? Надо же готовить ее. На весну здесь будет грядирование, и сейчас с учетом ваших поручений план работы будем забивать. Также глава региона побывал в садоводческих товариществах «Энергетик-2», «Старт», «Лесовод», «Ромашка», в селах Кривозерка и Затон. Опять же, главная проблема здесь – дороги. Аким области поручил председателю общества садовода Виктору Малинко совместно с городским акиматом составить план работ. Давайте, значит, программу на 2014 год. Чтобы все дороги сделали. Она готова. Все. Она в принципе готова. Хорошо, доложите мне через неделю. На сегодня в области более 136 садоводческих товариществ, 47 тысяч дачных участков, 24 из которых недействующие.